Привет, друзья! С вами Ирина Хлемоненко, и в этом видео я хочу пригласить вас на интенсив по интуиции. Это четырехнедельная программа, направленная на то, чтобы помочь вам развить и усилить вашу интуицию. Что такое интуиция? Мы в методе Сильва называем интуицию нашей внутренней системой руководства. Это наша способность получать, воспринимать и правильно интерпретировать информацию, необходимую нам как для решения каких-либо каждодневных задач, так и для более крупных. Наша жизнь состоит из выборов. Каждый день мы совершаем выбор, какой дорогой поехать на работу, что одеть на работу, взять ли зонт, приобрести ли этот продукт, полезен ли этот продукт для меня. Но также каждый день мы задумываемся о более важных и глобальных вещах. Например, что происходит с моим ребенком? Почему он со мной не разговаривает? Почему мой начальник так со мной обращается? И светит ли мне, например, повышение? Стоит ли инвестировать в эти акции? Стоит ли мне покупать квартиру в этом доме? И так далее. Интуиция нам может помогать искать и находить ответы не только на каждодневные вопросы, но на также и более большие. И часто люди говорят о том, что интуиция помогает им спасти их жизнь. Но также интуиция помогает нам найти свое предназначение, следовать ему и каждый день именно выполнять свою жизненную миссию. Во всем этом нам может пригодиться интуиция. Но как же ее развить, если некоторые из вас могут сказать: «Ну, не развита у меня интуиция, совершенно не работает». Хосе Сильва доказал, что интуиция – это способность, которую каждый может развить. Самое главное – это практические упражнения и регулярное применение. Именно этим мы с вами и будем заниматься в интенсиве. 4 недели разбиты на 4 блока. Каждую неделю мы будем с вами при помощи субъективного обучения проецировать свое сознание сначала в неодушевленные предметы, устанавливать точки отсчета, чтобы мы знали, как именно мы воспринимаем информацию, именно я, каким образом я воспринимаю и ощущаю информацию. На 2-й неделе мы с вами будем учиться проецировать сознание в растение, чтобы мы переходим уже на более сложный уровень и расставляем точки отсчета на уровнях, где уже существуют не только субатомы, атомы и молекулы, но также есть клетки и системы клеток, более сложные организмы. Затем на 3-й неделе мы с вами будем учиться проецировать свое сознание и расставлять точки отсчета в животных, в мир животных. И на 4-й, последней неделе мы будем учиться проецировать сознание в человеческий организм. Таким образом, постепенно усложняя задания или задачи и проекции в различные уровни, мы расширяем свое сознание, расставляем очень много точек отсчета и учимся именно для себя, со своими субъективными органами чувств, воспринимать информацию. Также мы будем использовать ежедневные маленькие задания. Мы будем учиться, как различать информацию, при помощи каких осознаний в теле, или как правильно понять, интуиция мне сегодня подсказала верную информацию или нет. Это будет замечательное путешествие, 4 недели. И я приглашаю вас, если вы считаете, что интуиция поможет вам, вы хотите обладать внутренним компасом, вы хотите обладать внутренней системой руководства, которая будет помогать вам каждый день, то я приглашаю вас участвовать в 4-недельном интенсиве по интуиции. И мы вместе с вами будем развивать и усиливать это замечательное чувство.